Всем привет, дорогие любители лагов на GTK серверах. Кто знает, вот собственно поймет. С вами, как обычно, я, Вуди, сегодня опять же один. И добро пожаловать на обзор карты Арктика Мапка от Сотека. В свое время был очень классный маппер, очень известный. Но эта карта, конечно, тем, кто участвовал, известна не только по мапперу, но и по некоторым своим особенностям. В общем-то, давайте начнем. Появляемся мы просто сразу на плазме с Battle Suite. Снег у нас не постоянный. С пикмипом, вот я третий пикмип ставил. С пикмипом это квадратный снег, я даже хотел его заснять, но передумал. Появляется у нас снова, в принципе. И вот где-то старт у нас, где? Вот, тут у нас старт, мы его можем спокойно пересекать несколько раз, почему нет? Так, и я в ЭКУ-3, да, давайте. Перейду в ЦПМ. Итак, дизайн очень даже ничего. Используются текстуры что-то типа нортрановских, да? Но это какие-то стандартные, по-моему, текстуры, так что... Да, окей, но они очень классные. Лак классный, Q3, вау. Ну да ладно, в общем-то давайте посмотрим на карту. Очень много у нас тут бесполезных деталей. Спрятаны патроны для плазмы, если вы вдруг не очень и не можете здесь проплазмить. И давайте, собственно, проплазмим. Так, и вот тут 100% вот эта фигня мешается нам, потому что мы очень часто попадаем вот именно вот в эти вот юниты. А если конкретно, то 8, да, ну примерно 8 юнитов так выглядит. Да, это все очень нам мешается. Отбирает у нас плазму, плазмы у нас нету. И появляется 200 ракет. Лежат у нас по бокам гранаты. Их мы тоже можем взять. Ну и коль туда некуда лететь, надо лететь туда. Давайте с гранатами это и сделаем. Так. Но по уму сразу давайте я вам буду забегать немножко вперед, чтобы 10 раз карту не оббегать. По уму карта... Не карта, точнее, а по уму здесь делается 2х. И, ну, даже 1.5х тут более чем достаточно, чтобы сразу залететь в телепорт. Заходим в телепорт. Дают нам гранату, дают ракету. И по бокам также у нас во имя дизайна, я так понимаю, это дело все есть. Так, дальше видим мы там за решеткой что-то. Сможем туда попасть? Нет, попасть за решетку не можем. Там лежит БФГ у нас. Надо опять же наверх. И также могу сказать, что сюда точно так же 1.5-2х надо делать и залетать сюда. Других вариантов нету, если вы проходите быстро. Если проходите медленно, здесь, естественно, используется граната, как это делал я. Ничего зазорного в этом нет. При подходе к джампаду нас все отбирают, ничего у нас не остается. И внизу дают плазмоган. Так, плазмим наверх и выкидывает нас какую-то интересную комнату. Воу-воу. Какие-то панельки, вы посмотрите. Ну-ка, что тут написано. Так, лунтик красава. Понятно, нормально тут. Неплохо. Так, местоположение читов. Так, это не будем смотреть, окей. Дают нам гранаты. На обратном пути у нас никак нет. Ну, есть немножко, можем пройти, но это нам не поможет. И тут у нас, кстати, триггер, который отбирает, судя по всему, и который дает. Потому что я когда сюда пришел... А, он, триггер, который отбирает плазму, расположен не там, где эта труба с джампадом, а вот здесь. Собственно, ничего страшного. Берем гранату и... И что? А, и ракета... А, здесь... Окей. Так, здесь нам дают, значит, гранату и ракету опять. Окей, пошли. Так, мы попали вверх. Значит, вот эта вот штучка плавающая открывает нам вот эту дверь, которая так отлично выделена светом. Кстати, это очень классный эффект. Еще бы туманности, да, какой-то вот туман между ними положить. Вообще класс. Ну, давайте посмотрим, что делать дальше. Мы тыкаем дверь, падаем вниз. Здесь у нас вода. Вот это... Я туда заходить не буду, честно, потому что я знаю, что тут телепорт.
Сюда заходить не будем, потому что если вдруг у вас ничего не получилось, вы можете зайти в телепорт и зайти, ну, начать заново, собственно. Опять же, легкий роут. Ну, относительно легкий, да? Это у нас с гранатами. Очень просто залетается, нужно просто затаймить и пострелять. Топовый роут делается с 2х, чтобы не быть голословным, я его сделаю. Ну или попытаюсь. Делается как-то вот так вот. Словил криво, но... Но да, и не залетел, собственно. И еще раз. Лайфхаки. Залетели мы, и тут такой момент, что при этом 2х, я вам покажу. При этом 2х очень часто, так как здесь вот эта вот кривая, она не дает приблизиться, потому что туда можно встрять. Нельзя прямо вдоль нее лететь, потому что можно застрять. Мы кидаем примерно вот сюда ракеты, и здесь нужно немножко на опережение как-то стрелять, немножко с шагом, что ли, ловить эти ракеты, потому что можно очень часто ударяться вот в эту вот полосочку, которую маппер по своей милости сделал достаточно широкой. Так что, да, давайте еще раз. Так, тихонечко. Нет, опять не залезу, не залезу. Ну, почти. Окей, залезем по-другому. И здесь у нас все, здесь у нас финиш. А если мы падаем сюда, то ничего не происходит. Окей. Ну вот такая вот карта. Давайте я примерно побольше расскажу, может быть, про то, как можно ее пройти. Да, мышку почистим. Можно пройти ее следующим образом. Вообще, вначале можно сделать буст. Вот эти рампочки, они бесполезны. В принципе, их никак нельзя заюзать. Но можно сделать на старте такой буст и придать себе сразу очень много начальной скорости. При этом потом нужно выставить хороший угол. Вот у меня почему-то не получается, но у вас точно получится. 10 из 10. Здесь по приземлению, так как мы поднимаемся достаточно высоко, тоже можно сделать буст. Но здесь велика вероятность того, что если вы сделаете буст, то вы будете падать вот куда-то сюда. Я ее немножко играл при варкапе, поэтому, как бы, ну так, на опыте, так сказать, говорю. Можно делать обычный прыжок, делать потом тут буст, я это все повторять прямо не буду, но в основном, конечно же, где мы видим плазму, там обязательно будут бусты. Здесь у нас достаточно кривой триггер, потому что он отбирает плазму и потом только дает, вот видите? Вначале он, это как, кто на стримах бывает, видели наверняка, когда я играл 2008.0 карту ДФВЦ, там очень та же... Очень похожая проблема с триггерами. Это старый радиант, старый триггер. О, у нас снежок из дырочки. Который... проблема в том, что на скорости, когда особенно вот тут вы летите, вы можете не успеть захватить триггер ракеты, потому что его делают узким. То есть тут, грубо говоря, вот такие узкие два триггера. Один отбирает, другой дает. Поэтому здесь могут быть такие проблемы. Так, здесь тоже можно. О, прикольно. Ну, в общем-то, вот, да. И многие жаловались на то, что здесь очень часто не дают ракету. Многие просили даже выпустить фикс, но делать мы этого не стали. Классный скайбокс, стекла. Интересно, как он так. Да, прикольно. Дизайн очень крутой. Раньше, конечно, могли, любили, умели. Кстати, можно здесь еще наверняка вот эту рампочку заюзать. То есть, как-то вот так, да, возможно. Правда, тут есть риск упереться головой. Что-то у меня. Вот, да. То есть, можно вообще без гранаты, без 2х. В ЦПМ за счет рампинга, за счет такого... За счет ракеты с рампы можно залететь, получить больше высоты с ракеты. Ну и, конечно же, нужно запускать 2х. Я думаю, в топовых демках мы это увидим. Проходим в телепорт. Здесь также, скорее всего. То есть, как здесь сделать 2х? Мы выходим здесь, делаем ракету на сотку. Точнее, на тысячу, да? Кидаем куда-то сюда ракету. И хотя бы немножко ее нужно словить. И залезть туда. Но с обычных ракет здесь тоже залазится. Так что... Не факт, что это эффективно. Можно ли вот здесь прыгать? Нет, здесь прыгать нельзя. Было бы прикольно, да, так? Опа. А, может быть, кстати, так и можно сделать. То есть, вариантов тут достаточно много.
Множество вариантов прохождения. Грубо туда можно залезть, но я не буду. Так, здесь у нас все отбирают, чтобы мы не срезали. Но, и кстати, если... А, нет, нет, нет. Я просто подумал, что если на скорости сюда лететь, можно запустить там 2х и сразу наверх улететь. Я высоковато. Ну да ладно. Проходим дальше. Делаем вот так вот. И финишируем карту. Да, ну получилось более-менее даже прилично. Но в ЦПМ, ну и в ЭКУ-3 здесь нужно вот эту вот рампочку юзать, потому что финиш находится у нас вот здесь. Вот если бы он вот здесь находился, тогда без проблем можно здесь заскимить этот угол и сразу же финишировать. Но если финиш чуть дальше, это уже будет менее эффективно, и более эффективно будет просто спамить, допустим, по краю, да, либо, ну вот я здесь, в моем случае, с этой стороны мне удобнее. Просто по этой огибать, как бы по ней идти, по волне. И получить достаточно много скорости. В общем, такая карта, я ее не играл, потому что она мне, честно говоря, не очень понравилась. Да и времени как-то играть в варкапы не особо есть. Некоторые, конечно, играю, но такие вот дела. В общем, давайте посмотрим демки. Посмотрим демки. Кто на что гораз. Демок не так много, потому что, опять же, карта достаточно специфичная. И начнем, как всегда, с ВК3. Гимрок 3679. Из Белоруссии. 36992, почти 37. Так, ну в ВК3 здесь, естественно, бустов нету. Все проходится на скорости. И эти же самые 2х никто не отменял. То есть и в ВК3, и в ЦПМ все вот эти 2х, они вполне имеют место быть. По возможности, если вы проходите с гранатами, конечно же, было бы круто кидать гранату немножечко наперед, чтобы тайминг смещать. Здесь вообще без гранат проходится. То есть даже так. Ну, тут у Гимрока небольшие проблемы, да, с таймингами полета ракеты. Но, тем не менее, просто без каких-либо запинок, помимо... Точнее, кроме как фейла с 2х, никаких ошибок в целом нету. Гранату очень хорошо словил было перед джампадом там. Ну, 2х тоже хорошо словил. В общем, Гимрок молодец, несмотря на то, что лоу тайм и последнее место. Очень даже чистенько прошел, красава. Хулиган на 5 секунд его перебил. Возможно, будет исправлен фейл с 2х. Ой, какая модель, как килл. Здесь скорости немножечко побольше у хулигана. Скорости также побольше, и он решил просто с ракет залазить. Тоже интересный вариант, почему нет. Хотел бы отдать себе скорости, но у него это не получилось. Тоже небольшой фейл. Ошибка. Зачем-то нажимал там прыжок. Так. А, даже так решил, потому что... Да-да-да, это очень классное решение. Вначале встать, а потом падать. Потому что в ЭКУ-3 ракеты летят медленнее. И при ударе в потолок вам нужно почти сразу же их запускать. А по таймингам так выходит, что... Ну вот у Гимрока мы видели, да, что ракеты врозь вообще у него полетели. А он почти сразу же стрелял. То есть хулиган эту проблему нивелировал и остановился на более низкой высоте. Начал падать и четенько словил 2х. Декус плюс 100 от хулигана. Хулиган молодец, реально. Респектули, мне прям очень понравилось. У меня на коврике всякая фигня какая-то лежит. Сервер Россия. Так, Декус проходил с 2х. Вот кидал гранату наперед. Немножечко не так затаймил. Немножечко криво, но ничего страшного. Главное, залетел. И здесь также наперед. И, да, вот точно так же. Да-да-да, большие молодцы, ребята, что это у нас все нашли. Но, опять же, я бы предпочел эту рампу, которая там была. Если мы видим, смотрим сбоку, да, вот так вот ее как бы по ней, так сказать, проплыть. 27,9 с большим отрывом в 4 секунды. Бригант, третье место. Поздравляем тебя, Бригант. Поздравляем я, и ты, мой дорогой зритель. Мой юный друг, мой любитель ты фрага. Это так хорошо, что мы вместе.
Так, 1300 скорости здесь. Неплохие 2Х. Да, вот он. Немножечко прямо, не факт, что словил, конечно. Ну, может, совсем чуть-чуть словил. Но идея в целом, да, очень классно. Ага. Вот это неплохо. То есть сразу видно, человек подготовился. Человек искал решение как бы для проблемы высот и запусканием 2Х. И он нашел в виде выступающей лампочки, там буквально, я так понимаю, на юнит 2. Это уже косяк больше маппера, конечно, но бригант молодец, что нашел. Скорее всего, карту просто декомпильнул и посмотрел, как там чего вообще устроено. Потому что вживую вот так в игре далеко не все можно заметить. Тем не менее, Кет на 500 перебил бриганда. Стрейфер перебил бриганда на Виапон карте. Давайте посмотрим. Кет, nice second place. Так, те же 1300, ждал он вторую ракету меньше, в этом тоже большой плюс. Гранату словил очень даже хорошо, здесь тоже... И запустил ее наперед, кстати, рано, в этом тоже очень большой плюс. Здесь совсем без всего, кстати, это возможно быстрее. Угу. Да, очень-очень классно. Очень все круто прошел, очень чистенько, но, тем не менее, Kionex! Undead Kionex перебил. Сейчас за запись проверю. Да, все хорошо. Перебил самого Кета. Kionex. Молодец. Красава. Кстати, можем поздравить Kionex'а. Им одобрили... Нет, не буду говорить, что. Возможно, это личная информация. Просто поздравляем Kionex'а все с хорошими новостями. В комментариях ему будет очень приятно. И мне будет очень приятно видеть вашу активность. Тоже ожидал ракету максимально мало. Кинул гранату почти сразу же. Ну, то есть сразу же. Здесь также очень хорошо словил. Так, и 2Х. Очень классные ракеты полетели. Да, очень круто. Где вот эти 500, я, честно говоря, ну, 400, да? Я, честно говоря, не увидел. Но где-то они есть. Окей. Kionex красава. Вообще очень классно. Так, и давайте перейдем в CPM. CPM тоже демок не очень много. И Neo Edic, батя из Псковской области, 38.6. Занимает крайнее место. Ничего страшного в этом нету. Все мы начинали с крайних мест. Копит плазму, хочет 201 патрон, очень хочет 201 патрон, вот прям жить не может без 201 патрона, пока не получит 201 патрон, не будет даже стартовать, даже не подумает сдвинуться с места, будет ждать и все. Просто пошел сделать кофе человек, ну что такое, ну что поделаешь. Посмотрим-то в таймскейле демпу. Я очень рад за тебя, Эдик, что ты сделал кофе, но в следующий раз не мог бы ты, когда приходишь, киляться и начинать заново, пожалуйста. Но это и всех касается. Неплохой мув с плазмы сразу на ракету. Напоминаю, что это у нас ЦПМ, и пушки меняются практически мгновенно. Не очень хорошо словил гранату, но этого ему хватило. На старте 2Х тоже очень даже ничего. Здесь поднялся хорошо, немножко тайминги потерял в плане выхода из телепорта. И точно так же об эту лампочку, как и бригант. А возможно, они не знали, что можно без лампочки просто с ракет залететь, потому что, по-моему, так на первый взгляд, с ракетами просто без лампы быстрее. 5 секунд, сделал римыч. Плюсом от Эдика. Римыч красава. Так, демка онлайновская.
пытался сделать ГБ, не особо получилось. Римчик, по-моему, больше играет в руку 3. Или, может быть, я ошибаюсь, но играет он достаточно давно уже. Так, делает все без гранат, просто ракетами, просто разваливает, все стены у нас рушит. Так, непонятно вот это зачем было. Так, и 2х, нет, не совсем получается, да, видел он, что немножечко по таймингам потерялся, поэтому просто решил с гранаты финишировать. Тем не менее, сделал даже и не последнее место в онлайне, то есть, да, 19 из 30, это очень даже ничего. Демка хорошая, Римыч молодец, старайся лучше, Эдик не очень. 29.3, перебил на 4 секунды его хардкор. Хардкор. Undead Clan Pro. Спорить здесь, конечно, трудно, но конфиг бы я сменил. Тоже очень классный старт. Очень пока все быстро. Хороший выбор, кстати. Ракет, ой, граната наперед. Словил не очень хорошо, но в принципе выходит быстрее, чем у остальных. Немножечко по таймингам потерялся, но это не так важно. Главное, что он зацепил триггер и в конце. Я так понимаю, что у него был нарочно поставлен такой угол отстрела, там 77-78, чтобы подлетать не так высоко, возможно. Хотя зачем? Ну, казалось, как будто бы специально. Если специально, я в целом понимаю, для чего, но и чтобы потом по спейсингам как-то вылететь нормально, но не знаю. Не знаю, хардкор. Не знаю. Но все равно очень классная демка. По ошибкам даже не скажу. Ну, тайминги гранат нужно, конечно, подучивать. А 2х словил хорошо. Хулиган на соточку перебил хардкора. Да, я, по-моему, перестал критиковать, да, немножко. Давайте вернемся, когда то я все хвалю. Все, наверное, зазнавшиеся сейчас будут сидеть. Так, плазмоклим, говно. Угол, говно. Так, использует тот же самый роут из ВК-3. Очень даже ничего. Rocket Jump хороший. Угол 70 нормально. Выпрыгивает, так. И здесь с обычными ракетами делает и делает не очень хороший 2х, но тем не менее ему хватает высоты, чтобы сделать финиш. Финиш тоже очень даже быстрый. Но вот где вот эта сотка, вот где? Скорее всего, на старте, потому что хардкор делал 2х. Я так подозреваю, что на старте. Шарлон сделал 1.2 от хулигана из Франции. У нас Шарлон без бустов, пока все начинают. 1000 с первого климба, это очень даже хорошо. 1400 со второго. Ракету свою только очень долго ждал, но здесь очень рано выпустил гранату. В принципе, очень даже ничего, мог, наверное, еще в потолок там выстрелить сразу в дырочку, но это по хардкору. Гранату наперед не закидывал, просто с ракетами зацепил триггер. И достаточно неплохой 2х. Правда, финиш медленно, но в целом вот пройдено очень чистенько. Очень-очень классно и чистенько пройдено. Большой молодец, Шарлон. Я понимаю, что ты ни слова не поймешь, так как ты из Франции, я тебе просто скажу très bien demo, très bien. И геймрок сделал 200 от Шарлона. Занял геймрок последнее место в ВК-3, но в ЦПМ дает жару старичкам. Удобнее ему по той стороне плазмить, ничего страшного. Очень хорошо словил ракету. Гранату можно было бы и пораньше. И гранату, кстати, словил тоже очень даже неплохо. Угол хороший. Зачем-то нажимал он прыжок. Так, валидаторы, проверьте эту фигню. То есть мне кажется, что когда челик спамит прыжок во время климба, это либо скрипт на РЖ, либо что. Потому что здесь был скрипт, либо, ну не скрипт, точнее джамп, да, во время климба. И в ВК-3 демке тоже у него такая же фигня, по-моему, была. Либо у хулигана. ВК-3, да, есть же хулиган у нас? Да. По-моему, у него на том же самом месте. Проверьте, ребят. Не хочу вас обидеть, ребят, вот вас, ребята, да, геймрок и хулиган.
Но читай, нездоровая фигня какая-то. Давайте пойдем дальше. 26.8, кипиш. На целую секундочку перебил Гимрока. На своем динозавре. Так, 1001 климба, очень хорошо здесь. Воу-воу-воу-воу, очень-очень много скорости. Пока что все отлично. Гранату не закидывал. Почти попал в дырочку, кстати, было бы неплохо. И здесь без гранат. Неплохой 2х. Да, и финиш очень даже быстрый, молодец. В топ-10 попал, 34 из 34, 7. Очень-очень хорошо. Ну, здесь я даже не знаю. Ну, вот единственный минус — без бустов. Если будем говорить о критике, то без бустов. То есть бустов здесь явно не хватает. Если бы были там парочку бустов куда-то впихнуть, то тайм был бы гораздо лучше. 26.5 Хухала. На 300 перебил кипиша. Хороший 2х. Гранату тоже сразу выкинул. Ой, как залетел почти. Еще бы пол не задел, было бы очень круто. Здесь немножечко потерял. Здесь просто, да, тремя ракетами, как обычно. И 2х. Очень даже ничего. Очень даже хороший. Хотя, может быть, знаете, я ошибся по поводу той дуги, да? Но в Q3, по-моему, более вакантно, что ли. ЦПМ еще ладно, типа, можно там как-то поднабрать скорость, но в Q3... Ну, в общем, не знаю. Может быть, у кого-то и еще увидим, потому что демки еще есть. Так, 25.7. Торнер перебил на 800 Хухалу. Очень даже большие отрывы у нас идут, да, сейчас? То есть была секунда. И 800. Вот, первый буст мы видим. Здесь буст тоже можно было бы перед лимбом. Ракету не ждал, это хорошо, очень много скорости приобрел. И... Нет, 2х не. Показал, что прям вот выстрелит, сейчас вот. Лунтик равно unstoppable, да, player name, да. Может быть, Торнер — это фейк Лунтика. Но все мы болеем за Лунтика, Лунтик молодец. Там ракета была не самая хорошая, но в целом неплохо, да, Торнер молодец. По критике... Ну, даже не знаю, у него 2х хороший получился. Он еще так отстрелился от стены, что у него было 650 тупсов. И он залетел в телепорт. Это много плюса, это около сотки, а то и больше плюса будет. Ну, в целом не знаю. Ну, я могу покритиковать прямо, да, но пока что среди всех я не вижу ничего. Ничего не вижу плохого. То есть все очень даже... Ну, вот единственное, меня немножко... раздражает вот этот человек, потому что он как-то такой куда-то ушел, там что-то ля-ля-ля. Я всегда, когда, вот реально, я всегда, даже на стримах можете везде заметить, я всегда, когда отхожу и куда-то, и потом прихожу, я нажимаю kill и начинаю заново, чтобы не было вот такой вот фигни какой-нибудь. У меня уже просто привычка. И советую всем точно так же делать. Икарус на 700 перебил Торнера. Торнера перебил Икарус? Икарус? Так, бустов не будет. Бустов.нет, говорит Икарус. 1000 у нас с климба. Здесь 1400. Ой-ой-ой, а чё ракету-то не... Зачем ты? Чего? Надо было ракету. О, как попал. И выпрыгнул. И ещё попал. Нормально, вот это я, это нормально. А что же будет тогда у этого упса? Жестко. Молодец, очень-очень классная демка, Икарус, прям вот базара нет. Но есть небольшой нюансик на старте. Во-первых, мог сделать буст, а во-вторых, после 2х нужно было еще в стену выстрелить, чтобы сразу в телепорт попасть. Это бы тебе сутки 3, наверное, дало, вот реально, 3 сотки. Засекай, скрин. Пус. Пока ты ее скринишь и тестишь, пус тебя на 500 перебил уже.
И вообще не забывайте, дорогие друзья, что пока вы спите, ваши враги задрачивают сетерокер. Так, два буста, пузик, 1100, там еще можно было сделать буст, конечно, но он, возможно, был бы лишним, без лишних ракет, просто залетел, 2х не будет, говорит пуз. Очень хорошо, очень пока, очень все круто. Стрелять не стал по стенам. И отличнейший просто 2х, просто идеальнейший 2х. Очень-очень крутой 2х. И третье место занимает. Да, очень круто. И Avenger. Блин, если Пус сделал вот такое, да? Да, прошу прощения, кто-то подписался, пока я записываю. Что тогда Avenger сделал? Это же 1.5 секунды. Давайте посмотрим. Третье место, Пус. Поздравляшки тебе, самые искренние. Классная демка, очень классный двигс. Мне все понравилось. И Avenger, второе место, с чем тебя тоже поздравляем. Делал с одним бустом. Скорости здесь побольше. Ракету ждал меньше, по-моему, да? Вот-вот-вот, про что я говорил, офигеть! Офигеть! Не самый хороший 2х. Но, блин... И фрейм, да, Овчаркина, и тут фрейм, я только сейчас, вот только по этой и заметил. Офигеть, вот это рот. Ну я отметил эту наклону, за мной косяка нету. За мной косяка нету, просто. Я отметил, что может быть и можно. Так что, глаз, как говорится, алмаз, да, а пес мы смотрим. Са, рифмы там не буду я уж никакие подбирать, чтоб никого не оскорбять, мало ли. Так, хороший буст. Опять же, без второго буста. Да можно, можно там влепить еще один буст хороший. Да, точно такой же роуд, просто немножко побыстрее. Очень хорошая ранняя ракета, да. Ну вот, но 88 перебил. Что я могу сказать? Давайте посмотрим... таймскейле, да? Таймскейл 0.05. Поехали. Что я могу сказать по поводу демки пса? А ничего. Могу сказать только, что очень хороший поздний 2х был в конце. Это очень много экономит. Но в чем... конкретно разница у Роди и у пса, я, честно говоря, не особо заметил. Ну, то есть, дело в том, что разница существенная. Очень классный 2х. Разница существенная, но... дело в том, что... разница всего фрейм по факту, а по сути видно, что разница большая. Здесь очень классная граната была от Кианекса. Неплохой. Так, очень классный ВХ у нас летит, который мы ловим. Это хорошо. Да, и заскинил еще немного стеночку. Да, очень круто. Очень крутая демка. Так, и Овчаркин. С тем же таймскейлом. Я сейчас отмечу этот вариант. Этот поздний 2х. Про что я имею в виду, вдруг кто-то не понял. Ну тут очень хороший буст. Старт, 1100, в принципе. Ну, 2х, да, нормальный. Да, очень даже ничего. Возможно, он вот здесь потерял то, что хотел поскорее упасть. Но там, как правило, не успеваешь нормально среагировать. И одной ты там парой плазминок после джампада уже в себя стреляешь. То есть режешь, наоборот, свою скорость. Возможно, он там больше потерял, поэтому всего плюс фрейм. 2х не самый
идеальный, но он вот ранний, он сразу же практически стрелял вниз. И ему пришлось, скорее всего, делать его таким вот немножко кривым, чтобы по кулдауну третьей ракетой успеть выстрелить. В этом суть. Давайте перейдем, значит, у нас в браузер. Ну и видим мы, что всего 13 человек отослало ЦП, всего 6 в Q3. Здесь вы можете поделиться своим мнением. Вот где обзор, вот это все. For one of fullest fizgalat 3. Это на икарусовском, на языке фейков. И 3 это, наверное, уровень ICQ. Но ничего страшного, у пуза всего 2. В общем-то, да, всем GG. Большие-большие молодцы. Еще раз не устану оповещать вас, что дуэльный турнир скоро вот-вот уже нагрянет. Что вот он будет 22-23 декабря. Это уже совсем-совсем скоро. И стримов будет минимум. И не забывайте делать лайки и не делать дизлайки. Обязательно пишите комментарии. Буду рад видеть вашу активность. И всем, хотел сказать, спокойной ночи. Всем всего доброго. Спасибо за просмотр. Всем пока и до следующего обзора.